А мы пришли на стенд, где находится Александр Мусин со своими шикарными картинами. Саша, расскажи, пожалуйста, про свои картины. Мы уже с тобой писали видео, но в этот раз ты еще и принты сделал. И рамы сделал какие-то крутые. Да, ну рамы обычные, на самом деле, не крутые. Картины эти не под стеклом. Они залакированы, просто отполированы до зеркального блеска. Вот. На каждую картину уходит 2 месяца работы. Теперь 2 месяца. Очень теперь долго. 2 месяца. Да, раньше месяц уходил. Теперь я четко прописываю каждое перышко, и поэтому очень много. Плюс работаю над... Ну, над экстерьером, над окрасом, теперь все четко, то есть соответствует всем породным признакам. Я не просто смотрю картинки в интернете, я изучаю породу, я ее рисую. Но у тебя есть какие-то консультанты? Конечно, конечно. По породной птице? Из числа ученых, птицеводов, не просто птицеводов, а ученых птицеводов. То есть и генетики есть, и птицеводы, которые ведут научные различные работы. Вот, так что... Саша, и сколько стоит картина-то? Ну, картина я дороговато продаю. Дороговато купить. Это сколько? Ну, за сотню рублей, скажем. 100 тысяч рублей картина? Да. Ну, хорошая цена и хорошее вложение. И я тоже так люблю. А принты сколько стоят? Принты 250 рублей, пожалуйста. Маленькие? Да, маленькие, 250 рублей. А большой? Большой 600. Большой 600. Там мужчина продает вот принты вот такого же размера по 350, так что я не считаю, что у меня дорого. Я его демпингую. Нет, главное тут не дорого, а главное это качество и ценить свой труд. Да. Саша, удачи, чтобы ты продал все. Спасибо, я постараюсь. Оправдать надежды.